Почему герои Аркадия Исааковича Райкина были всенародно любимы? Персонажи, потому что они были узнаваемы. Объектом своих насмешек сатирик выбирает не толстосумов, не диссидентов и не предателя Сахарова, советских граждан. Что? Что уставились? Ты думаешь, дундук я, да? Думаешь, я кегля, да? Я работник советского сервиса. За его такую очень едкую сатиру по тому времени, конечно, на него многие точили зуб. Не только простые люди, которых он подчас изображал, и какие-то алкоголики, но и, в общем, люди, которые имели довольно серьезный вес в обществе и в стране. Я говорю, все смеются, всем весело. Ребята, давайте жить весело.